Раздавим их! Эта история очень масштабная. Но наибольшее внимание мы уделяли нашим героям. Где я? Среди этих невероятных существ человек обрел смысл жизни и понял, что у него есть уникальные свойства. Я же говорил, что он прыгун! Вначале появился фантастический роман Эдгара Берроуза под названием «Принцесса Марса». Он послужил основой для многих проектов, фильмов, книг. Этот роман – прародитель многих сегодняшних историй и «Звездных войн», и «Аватара». Все, от летающих городов до воздушных кораблей – все это из Джона Картера. Я сразу влюбился в образ того удивительного мира. И мне всегда хотелось воссоздать его на киноэкране. Ну ладно, подыграешь, да? Фильм будет невероятно зрелищным. Ради одной только сцены с белыми приматами его стоит посмотреть всем. Давай еще одного. Конечно, зрители полюбят не только наших героев. Вы не забывайте еще про эти фантастические приключения.